О, только не этот дождь. Еще и кажется и с грозой. Ладно, все жители по домам пока ушли, а я пока пойду посплю. Ой, мне не показалось. Да, дождь прошел. Ну-ка, надо фермерством заняться. А, вот она, да. Пока только Кирочку, вдруг кто-нибудь из-за дождя или кто-нибудь пошел и провалился в грязь эту. И грядки надо спахать. Вроде нормально. Все растет даже после дождя, конечно же, лучше. Так, Так, привет. Тут вот я себе сорву. Ты тоже тут следи за огородами, да? Короче, всем привет-привет. Вы не дома у Данила GameStop. И сегодня у нас такой ролик. Я просто решил тут вам показать, как обычно день мой проходит, да? Вот, тут я пшеничку мне надо, чтобы хлебушек сделать, покушать вкусненько, да? Вот. Друзья, нам хлебушек чуть-чуть, две штучки явно. Куда мне сразу? Я за один день-то один не съем. Так, вот, это остаток, тоже нормально все. Ну, это жителям потом могу отдать что-нибудь. Так, привет, привет, вот, житель, здорово, как у тебя дела? Привет, ну нормально, как бы дела, тут работы потихонечку. Да, понятно, ты вот вижу. Так, подождите. Что это такое? Вода, что ли, какая-то? Или что это голубое? Подождите, мне не кажется, дайте глаза промою. Ну-ка, а знаете, до чего у меня кофточка? Просто похолодало на 5 градусов, было 30, а стало 25, как-то прохлада прям. Подождите, это алмазный дом? Или чего? Это чего? Что это такое? Алмазный дом. Там какой-то житель, но он не алмазный. Ты что тут делаешь? Я не просил никого приходить. Ты что? Ничто! Ты что? Ты что? Ты вот что? Ничто! Ну, житель. Что, житель? Я не понимаю, почему ты в моей деревне поселился? Почему ты? Почему? Я просто хочу жить шикарно, но деревни не было ближайшей. Ага, ближайшая деревня вообще-то номер 13, блоков 500 отсюда. А, да мне просто по пути я ее увидел. И вот ты тут поселился, построил дом. Ты сам? Да. Ну, у тебя, конечно, голос прям злой, не жительский. Вот, покажи, например, свой голос, житель. Да, вот такой голос у меня обычный. А у тебя? Ну и что, голос так голос. Нормальный. Нормальный голос, да. Как будто генерал какой-то супчик, блин. Нормально. Так, как тебе зайти? Можно к тебе зайти? Ладно, конечно, заходи в гости. Интересно. Будем гостить сегодня в этом алмазном доме. Ну как тебе зайти? Как тебе зайти? Ой, попробуй подкопаться. Спасибо, жители. Ай, ты что делаешь? Не копайся, надо рычажок. Вообще-то ничего не надо. Это мне жители это сказали. Вот, и как раз твою дверь открылась. Не беспокойся. Спасибо, жители, еще раз. Да не же, стат, мой друг. Так, короче. Вот, разбираемся, что ты тут поселился. Ты мне сказал, что ты искал себе дом. Почему ты поселился там где-нибудь в поле? Почему тебе нужны люди? Ну, такое дело, что это... Просто я люблю друзей, чтобы они со мной были, делились алмазами. Кстати, уйди с моего сундука.
Ой, что это? Мать моя. Боже, я женщина. Не, это я не буду трогать. Это я... Можно тронуть? Я просто не хотел. Да, конечно, возьми и стакал три. Окей, спасибо. Спасибо. Так, все. Так, все, землю положили. Все, он этого не слышал, все. Ну, спасибо. Да как всегда, пожалуйста, друг мой, ты прям самый главный. Нет, тут мэр главный, но у тебя сильный компьютер. Ну-ка, дай сесть. Вау. Чего? Ого, это какой человек? Ого, прыгает. Ох ты ж какой. Интересный. Тебе Марио, да? Да, люблю я это. Мне же 40 лет. А в детстве моем это было. Мне 10 лет. Ой, дождь пошел. Может, подождем, поговорим. Давай. Ну что, говорим. Да, говорим. Да, я тебе говорю, что я люблю торт, а ты пирог. Да, все так. Ой, жаль, что ты торт так не любишь. Да нет, да как же, ну чуть-чуть так можно съесть сладкий, но пирог чуть-чуть не такой сладкий, я не люблю сильно сладкое. А, понятно, ну я так, чуть-чуть сладкоежка, но мне тоже как-то много не надо сладкого. Ой, себя переселять не будем, просто, хотя можно в город тебе переселить. А где он, а? Ну, 1000 блоков отсюда, считай как по майнкрафтовским меркам. Это же блоки, а на реальной жизни 1000 километров. Это типа как бы тебе сказать, не знаю. Например, если ты живешь в Воронеже в реальной жизни, то 1000 километров это до Сочи. А, понятно, ну я же знаю про реальную жизнь, но майнкрафтская мне больше нравится. Привык. Конечно. Что тут? Квадратный мир. Ну, конечно, вещей поменьше. Каких еще вещей поменьше? Да просто ты не знаешь, что у нас в мире. Вот. Это нужны моды. А, такое знаю. Ну, в модах даже больше вещей. Вот у тебя тут все алмазные красоти. Прям красоти, прям красоти, да. У тебя пол алмазный, прям не хочется по нему ходить. Я вот... А, хотя все алмазные, да. Ой, спасибо, что я у тебя в гостях погостил. Очень круто. Но я пока домой. Ну ты меня жди. Ладно, хорошо. Ой, к черту собачьему эту дверь. Не нужна она ему, и так все защищено тут. Ну, ребят, мы тут пока я урожай собираю. Надеюсь, что... Он у нас будет жить долго, и я обязательно в город поселю, потому что у нас такие дома тут не ценят больно жители. Они привыкли к хорошим домам, вот. Если что, я пока буду влазить в огородах. На житель, я же говорю, что подписчики, что я поделюсь с моим другом. Ой, спасибо! Да, нежисто. Всегда рад помочь. Фух, ребят. Да, не, это не сюда. Это просто они рядом тут же работают. Вот они тут у меня сидят. Вот, отдыхают. Как бы сказать вам, ребят. Я давно такого не видел. Что в твоей деревне так классно? То в старой деревне была какая-то страшная. Ее звали номер 15. Да-да, вот такая она была. А, спасибо за подробности. Ну, расскажи ее получше, что там. Ой, дело было далекое. 2000...
Второй год она была на первом месте. Там была шахта большая, алмазная. Вот я успел добыть их, ну и уйти. Потому что меня за мной гналась полиция, что я очень взял много алмазов. Вот у вас я. А, ладно. Ну что, ребят, вот такая серия печальная. Узнал наконец ролика. Вот, прощайся. Пока, подписчики, Данил, GameStop. Всем пока-пока, вы были не дома, а у Данила. А сейчас вы дома. Пока-пока.